У каких коммуникаторов фора? У тех, кто больше жизненного опыта имеет. Начинал я свое образование с обучения на токаре. И однажды ко мне пришла женщина, как к врачу. И я всегда спрашиваю, кем вы работаете? Потому что бывает, с асбестом работаю, с цементом, с растворителями. Как бы фактор производственный. Она говорит, да вам мои условия труда непонятны. Я говорю, а кем вы? Я токарь. Все, я подумал. Потому что это мое. Ну, я выждал нужную паузу, а дальше все примеры я приводил по токарному станку. Про гитару зубчатых колес, про шпинделя, про все. И она просто офигевала. То есть она не ожидала этого. Это была подстройка высокоформатная по опыту пожизненному, по ценностям. У нас они пересекаются. Если хочется, чтобы все было красиво, ажурно, не надо это выстраивать как специально. Надо просто, если этот фонарик какой-то, светить на нужную часть лучом. Светить на нужную часть. Я ведь не только токарь, но я же с ней не говорю про музыку. Потому что она в музыке вообще никакая. Но если человек приходит, который закончил музыкальную школу там, по фортепиано, как я, например, я с ним про музыку могу поговорить. Но я не буду с ним про токарный станок. В чем здесь вообще токарный станок? Вот в чем дело. Чем у вас больше жизненного опыта, тем лучше. Тем вы естественней, по-честному говорите о том, что человеку важно. Если мало, почему нам кажется, подростки, они какие-то максималисты, хамят нам постоянно? Да у них общих тем с нами нет. Опять же, наше эго-то можно попритопить чуть-чуть, спуститься на их этаж. Что они знают, о том и говорить с ними. А для этого опять, что нужно интересоваться, как они живут. А то получается, со своими идиотскими нравоучениями ничего, кроме конфликта, не происходит. Мы им, а они в оборону входят. Вот. Кому проще разговаривать, допустим, 40-летний-40-летний или 40-летний-12-летний? 40-40 отлично найдут общий язык. Особенно, если они жили в одной примерно среде. А если они занимаются одним и тем же делом, это вообще моментальный синтон происходит. У них могут быть любые другие взгляды, если они их не трогают, у них отлично идет коммуникация.